Да ладно, какие люди? Блин, Кэп, не говори никому, пожалуйста. Ну, пойми, просто сейчас кризис. А я еще в Warface вернулся. Доната нету, ничего нету. Ну как быть, ну блин, ищу хоть что-нибудь, какие-нибудь пин-коды на один час. Не сыр, а куха, будет тебе пуха. Для таких, как ты, кто долго чирил, я уже новую ссылку в описании намылил. По ней проходишь, все нужное находишь. Статку растишь и раков всех гнешь. Ну а дальше, братишка, ты сам все поймешь. Оу май! Идеальная карта, идеальный класс и идеальное оружие встретились в идеальной игре. Согласен. Ракутаген, тебе случаем огнетушитель не нужен? Нет, капитан, очевидность. Учти, лига тут тоже идеальная. Где-то так 15-16, по-моему. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Мордет Капитан Очевидность, Warface, прекрасный F90 MBR. Не такой, чтобы классный, но посмотрим, как он сегодня себя покажет. И Евгений Судак поделился отличным анекдотом. Анекдот такой. Headshot. Headshot, baby. You get owned, да. Headshot. О, так мы смотрим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Рачина, мрачина. Благодарю, Днарина. Там-там-дам, тара-па-пи-да-па-да-па-да-па-да-па-да-дам. Так, по-моему, да, я один. Так. Ракутаген против Нимбы. Нимбы, да. А, поднялся, голубчик. В пердащан. Блин. Битва двух дебилов. Дебил тут единственный ты, Кэп. Все правильно мы делаем, и он, и я. Слышишь, не имеешь права. Да, дефьюз пошел. Между прочим, Ебутентий, ты у нас богоюзер. Левым плечом пикал. Иначе он тебя должен был забирать при любых раскладах. Кэп, я тебя умоляю, я по-другому пикать не мог, это первое. Сколько меня убивает тут на багах, как бы... имею право даже специально багать. Ну, не имею, конечно, но... Итак, анекдот такой, которым поделился Евгений Судак. Анекдот у нас, друзья... Великолепный, красава, давай чпокай. Вы знаете, сегодня обнаружил у себя на лобке первый седой волос. Если честно, я был очень взволнован. Но с другой стороны, другие пассажиры лифта были еще более взволнованы. Ха-ха-ха-ха, да, вот так вот, гранаткой прямо, нормально. Давай, так, деточка, да. Душевно пошло, минус 2 я делаю. Законные прямо, сочные. Нормально, о, хорошо. Крыса стайл попёрла. Все, это правильный стайл попёр. Кэп, на этой карте штурмовик это просто... Он в принципе в этой игре мясо. Но на этой карте вообще жопа. Мне хотя бы невидимым оставаться, чтобы какой-то эффект неожиданности был. Это единственное, что я могу тут рассчитывать. Точная стрельба и неожиданность. Давай, давай, ага. Ага. Вот так вот, да. Фарм Петрович пошел. Нет, ну блин, эх. Все нормально, ебланчик. Главное помни, стрелять надо в голову. Ты мне еще раз так назовешь, я тебе в голову выстрелю, понял? Ну как, ну блин, ну взрослый человек, что такую хрень-то несешь конченую, блин. Пошел ты в жопу. Друзья, ну согласитесь, он просто отморозок. Мужику, блин, почти по тридцатник ведет себя, как пацан, которому 12 лет. Да, ты виноват! Давай, 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 сука. Говно. Давай, красава, давай, быстренько, быстренько. Ах, мои сладенькие. Сейчас. Сука, я отыграюсь. Я за все про все отыграюсь. Так, 2-1, мы молодцы. Мы затащим, все нормально, чуть-чуть. Блин, там инженер. Мы выиграли раунд. Да. Эх ты, Ракутаген, трубочист пиксельный. Мог бы один на один выскочить. Кэп, слышишь, ты реально сейчас по печени получишь. Ты че, опух что ли? Кто тут трубочист? Ты че? У меня все как раз натурально, блин. Я супер натурал. Кэп, ты такие звуки на этой карте делал? Если да, тебя убить надо, понял? Уволить. Ха. Так, ладно, собрались. Собрались, друзья. Мощь пошла. И, кстати, вы знаете, что я подумал? Надо все пушки коронные новые протестировать в суровых реалиях, условиях соло РМ. Да, я думаю, это будет здраво. Да. Признаю, на этой карте ты уже более-менее притерся. Играешь неплохо. Подъем защиты. На. Капельный, что ты хочешь мне? Это рандомная карта. Вот так вот, детка. Вот так вот, это месть была, понятно? Пипец, блин, с ИКМПХ мне постоянно хедшоты ставят. Что за хрень?
Вот так вот. Я вам покажу, где раки зимуют. Они здесь зимуют, за этим столом, сука. И с ними связываться не стоит. Так, молодцы, пацаны. Давайте, давайте, дефьюзьте, давайте, давайте, давайте. Красавцы! Эх, сила! О, команда тебе подстать. Тоже крыса. Кэп, единственная крыса — это ты. Сидишь там в уголке у себя, там сыр ешь, поддакиваешь, подпердываешь, понял? Так что такие дела. Пацаны молодцы. Пацаны шарят, в отличие от многих других. Что, в режиме есть задача, ее надо выполнить. Поставить бомбу или продефьюзить бомбу. Все. Там, взорвать или не дать взорвать. Все понятно. Вот это вот убью всех, сделаю то, пятое, десятое. Это не нужно. Главное — выполнить задачу. Играть надо на победу. Хочешь просто пострелять, для этого есть мясорубка, командный бой есть там. Ну, командный бой то уже, как бы там, задачи другие. Мясорубка есть, пошел, пострелял, все нормально. А здесь надо как бы, ух. Вот, сука. Блин, я неуютно себя чувствую штурмовиком, пипец тут. Говно класс, говно, да. Headshot. Вот так вот. Я отомщу вам за все унижение. От парафиню. Ну я чувствую, мы здесь надолго. Может, мне пока за борщом сходить, Ракутагин? Можешь вообще сваливать, ты тут нафиг не нужен. Не надо, Кэп. Ничего, я думаю, допов не будет. Очень прям остро все идет. Либо они нас сейчас натянут очень быстро, я чувствую. Либо мы их. Других вариантов быть не может. Я чувствую, сейчас вообще как бы пойдет замес, Петрович. Так, давай, 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 давай. Давай, да сколько можно умирать, пацаны? Ну вы там что, блин, все вместе специально пошли туда, что ли? Даблкил, дядочка! Ух! Прямо very well, детка. Не капитан Динго, конечно, но сойдет. Да, капитан Динго это увидит, он знаешь, что тебе скажет? Он тебе скажет, блин, я не верю. Он скажет, я не верю, такого не бывает. Даже я, так скажет, не стрелял. Кстати, капитан Динго и капитан Титаника объединились. Они теперь в Валоранте вместе там, в одной тиме. Тащат, короче, киберспорт, все дела. Блин, пацанам от всей души желаю успех. Удачи вам, пацаны. Вы умеете, вы могете, я вас верил. Варфасита вперед. Докажем, что люди из помойки достойные. Блин, ну такие, сука, закаленные. Я думаю, они чемпионами будут. Да. Вот так вот все! Я так и знал, что он где-то здесь будет. Скажу честно, ебутинки, да. Сегодня ты меня удивил. С такой пушкой. На такой-то карте, да. За такой-то класс, и да. Вот так сыграть. Да. Молодец, я доволен. Благодарю вас, вы прямо весьма любезны. Итак, друзья, 18 фрагов, 10 хэдшотов, где US Own 3 к 1, сыграли меткость, кстати, весьма, так знаете ли, завидную показали. Это была F90 MBR на соло RM Warface, и я предлагаю все пушки из золотой серии, основные во всяком случае, проверить на этом самом соло РМ. А дальше? А дальше будет дальше. Как говорит Кэп. Если видео понравилось, ставьте лайки. По желанию, как хотите, яки чешите. Это обязательно, без этого просто никуда. Вступайте в нашу армию. Нагибайте всех. Увидимся. Пока.